себя возвещая, прославим наш клуб молодой, все силы отдать обещаем, всю страсть мы отдать обещаем, и дать обещаем мы бой с тобой. В музее спортивной славы ЦСКА прошло мероприятие в рамках цикла «Встреч легенды спорта». В этот раз оно было посвящено трехкратному олимпийскому чемпиону, десятикратному чемпиону мира, легендарному защитнику ЦСКА Александру Павловичу Рагулину. На таких, как Александр Павлович, их всего 6 человек в мире и никогда больше не будет. Поэтому надо их, это наши герои прославленные. Все-таки каждые 4 года выиграть Олимпиаду, командный вид спорта. И это очень здорово, я считаю. И таких в мире не будет, и мы должны гордиться этими именами. На встрече присутствовали как ветераны, так и еще и юные спортсмены, которым только предстоит завоевывать свои медали. Гостям была представлена частная коллекция свитеров ЦСКА, собранная армейским болельщиком Сергеем Чуминым. А жена и сын прославленного хоккеиста поделились воспоминаниями Александра Павловича. Ну, самое большое воспоминание об отце, если говорить вообще, то, наверное, это воспоминание об его игре, о том, что я увидел хроники и матчи с канадцами, вот, наверное, это самые яркие воспоминания. Вот. Ну, а если говорить о личных воспоминаниях, то, наверное, ну, это разговоры, которые мы с ним проводили по поводу того, стоит ли мне оставаться в армии или не стоит, или стоит поступать в театральное училище, когда я сказал ему о своих намерениях. Вот, его реакция была такая достаточно резкая, вот, я его послушался, об этом не жалею, надеюсь, что он тоже видит мои какие-то успехи и гордится мной. Александр Рагулин провел в армейском клубе 11 лет, завоевав множество наград. После завершения спортивной карьеры тренировал детей и помогал ветеранам отечественного хоккея. Один из лучших защитников в истории мирового хоккея навсегда останется примером для подрастающего поколения.